родничек, свеженький. Свеженький. Всегда приятно там видеть персонал, докторов, кто раньше работали, поэтому с теплыми объятиями обниму при встрече. Есть там друг Сергей Валентинович, хорошо общаемся, поэтому я думаю, сегодня обнимемся, вспомним воспоминания. Привет, привет. Очень привет. Марсел, как самолет? Хороший, большой. Да, братан. Комфортно устроиться, включить любимую музыку и лететь. Медитация помогает. Медитация, ну, можно, если он любит такие вещи, можно и помедитировать. Костя, не бойся, все хорошо, ты в безопасности, мы с тобой. Как попасть в Тудроу? Триллер. Психотерапевт рассказывает, как он хочет излечить девушку, которая застрелила своего мужа. За что? Не, вот и узнают, пытаются узнать. Расписываться контакт уже, блядь. Два матча премьер-лиги рассказывают. Помнишь, ты Рубин забил самый твой красивый гол в карьере? Что нужно сделать, чтобы такой гол забить? Тренируйся на коробке. Обводи столбы, фишки. В голове так футбол. Я в телефоне вообще не сижу, я книги читаю. Три последних книги. Азбука. Проносится с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Такие надо слушать песни. Победа «Динамо». Надеюсь. По музыке вопросов нет. Čuka zabil gól z penalty. 1-0 věděl, ale nada hrát jak Blaničák, jak by bylo 0-0, a potom už to 90 minut ještě před tobou. Всегда быстрый гол помогает в игре. Надо было еще забить этот пенальти. Хорошо, что получилось. Кость, сегодня по голам с тобой сравнялся Ваня Сергеев. Может, у тебя есть какая-то личная, какая-то с кем-то заруба? У меня есть гонка с Ярославом Гладышевым. Пока что получается, что ты выигрываешь. Получается так. Как он из-за этого переживает или нет? Не знаю, спросите его, он сейчас выйдет. Очень командный игрок, командный дух, это Кутицкий, да. Кутя сыграл, думал, тоже отличную игру, также я очень рад. Прихрамываете, мы видели, насколько все серьезно. Самочувствие не очень, но надеюсь, за неделю заживется.
Мы забрали как бы инициативу, у нас было неплохое владение мяча. Я забил гол в Кубке Премьер-лиги пока без голов. Сегодня мне предоставилась такая возможность. Пенальти, по идее, должен был быть Митюка, но я поговорил с ним и с Фаби, как с капитаном. Мы решили, что у меня была возможность отметиться первым голом в чемпионате, и я буду дальше стараться уже забивать с игры. У меня свобода действий, я могу играть и низом, иногда, если есть возможность, стараюсь верхом тоже играть. Главное, чтобы это конвертировалось в голы. Я немножко адаптируюсь к погодным условиям. Снег выпал, это, конечно, был первый раз, когда я видел. До этого видел, может быть, на картинках, в видео. Я в этот раз видео увидел своими глазами. Русская зима, но он, правда, растаял быстро. Почему? Кому давать? Большое спасибо за вашу работу и отношение к сегодняшней игре. Ale nezabývajte, v četvierk už nás ждёт следующий vážna igra, потому что хотим остаться в кубке на втором месте, да? To znači нам надо то, že думаю побеждать. Ale спасибо всем за игру. Результат 4-0 – это отличная работа команды. Да? Выиграть на выезде так круто, это получается, может быть, один раз за год-два. Да, takže я очень рад за команду. Думаю, že сегодня
Команда показала такой там дисциплинированный футбол. Не бывает там легких побед каких-то, готовились. Ожидали, конечно, более тяжелые игры, но так получилось, что сыграли на ноль, еще 4 забили. Все хорошо.